Фашисты напали на нас. Они не учли уроков истории, как будто ничего не слышали об Александре Невском, Петре Первом и Суворове. Или запамятовали, что в 1918 году наш народ, истощенный империалистической войной, все же сумел разгромить немецкие полчища. Что ж, придется им напомнить, что мы не проигрываем сражений. Мы победим. Но неужели все кончится раньше, чем я попаду в армию? Я учил в 10 классе. Прислали повестку о призыве в ряды советской армии. Я был минометчиком. Очень плохое питание. Мы все время были голодные. А подготовка шла с этими с минометами, там, ствол, звонок, галуфет, там, плита, там, туда-сюда. Мы по 15-20, 25-30 килограмм бегаем на позиции, с позиции копаем. Мы молодые кушали, а питание было очень слабое. Во время войны никакой тебе отдых. Никакого отдыха. Единственное, что если раз в месяц баня помоет, вот натянут такой шатер там туда-сюда, и все. Когда я шел в бой первый раз, то мне казалось, это не бой, а какая-то детская игра. Я ни на что не обращал внимания. Около меня люди валились, как снопы. Но мне в то время было не страшно. Это я пишу потом, но сейчас очень хочется жить. Почти каждую ночь вижу вас, мои родные. Во сне, как глаза закрою, вы все передо мной. Пешком до Днепра шли день и ночь. 45 минут идем, 15 отдых с полной выкладкой. По Днепру шел методический огонь. Как переправлять? Говорят, на подсобных средствах. Какие подсобные средства? Вот деревня, быстренько, где плот, где дверь, кто чья, и будем форсировать. Ночью, без особых потерь, несмотря на то, что, ну, собственно говоря, мы остались целы. Переправились, установили минометы, несколько сделали выстрелов. После этого они, немцы, засекли нас и, значит, сразу туда, значит, открыли шквальный огонь. Дан был приказ. Минометы в воду и сами в строй. Шоковое состояние. Я не знаю, как. Вот мы только ждали. Как? Кто первый подбежит? Как машина работает? Единственное только, что значит, как говорится, выжить, вытереть и остаться. Выдержали мы. Из нашего полка осталось где-то человек 10 или 15. Радости, конечно, нет предела. Сейчас ведь Родина стала совсем близка. Скоро будем дома и будем справлять победу. Все прожитые невзгоды уже позади. Сейчас можно справедливо отдохнуть. Гнет войны мы сбросили с плеч. Сейчас начнется счастливая, мирная, трудовая жизнь. Жизнь, еще не увязшая нашей молодости, полная всевозможных желаний во всех отношениях. На границе с Турцией были. Потому что Турция была союзником. Гитлер разлетел. Его избежание, чтобы оттуда ни помощь им не поступила, мы просто так стояли. Боевой, полной боевой готовности. Чтобы в случае, если они двинут, чтобы мы могли их остановить. Открыли огонь из орудий, из зенитных, и так, потому что сразу мы ночью, значит, вспышки. Мы подумали, что, значит, что снова начинается бой идет. А фактически так отметили. Там уже нам сообщили День Победы. Основа, основ – это что? Дружба, патриотизм. Самое главное, чтобы рядом с тобой был человек, который никогда тебя не подведет. Что в нужную труду, ну, минуту, он тебе всегда поможет, он тебя выручит.